Всем доброго времени суток. Мы продолжаем играть в Take on Mars. Я одел скафандр полегче, средний, чтобы не быть таким тормозом. И эти вытаскиваем штуку. Я поставлю ее здесь и по мере, так сказать, необходимости буду подключать то к ней, то не к ней. Эрс. Итак, сначала посмотрим рецепты. Тут полного железоксида. Давайте посмотрим reaction list. Разделить. Синтезировать. Вот. Нужен фертилизер. Мы пока в пролете, я понимаю, да? Карбон диоксид. Ух ты! Нитроген, аргон, а карбон диоксид, на карбон, ну, кислород, в принципе, да. Не все умеет данная машинка у нас. Сплит-пластик. А синтезировать мы можем. Не все. Синтезировать воду. Синтезировать чего? Метан и воду. Из чего это? Из карбон-диоксида гидрогена. Ну ладно, хорошо. А метан из чего? Из карбона и гидрогена. Тут, в принципе, неплохо. Поэтому и... Норм. Так. Мы тут еще железо себе надыбили. Железо. Эй, иди сюда. Так, аппетит жрать хочет, да? Обалдеть. Эрос. Точно баки нужны. Так. Ладно, берем пустой еще один. Пойдем. Так, скоро нам надо будет уже включать свет сюда. Или с фонариком бегать. Так, инструмент убери. Не пугай людей инструментом. Так. Погнали. Так, пока я спал тут. Угу. Там, я думаю, тоже баллон наполнился. Ок. А мы пока попробуем тут побольше принтер забахать. Так, машины. Принтер. Вот, мы все можем. Стекло, опоры. Надо 40 из 116. Нам надо 3 таких опоры. Ладно. И раз. Ну, 2-то мы точно все можем сделать. Я все это сложу рядом, потом разберу принтер и соберу его уже большим. Да, и как ни печально, мы пока... Кстати, а чем больше то объект времени, тем больше требуется. Шмяк. Так. Еще. Раз. Так, а мы пока заменим пустой бачок какой-нибудь на еще алюминий. Вот левый, например. Ты ж пустой. Пустой. Так. Так, вы не можете с фонариком проходить. Давайте пойдем вот туда вдаль.
Да, пусть 3 скафандр. И заменим тут бачок. Тут уже полный, наверное. Да. Я вот не знаю, вся эта вот суета с бачками. Стоит ли ее за кадром делать? Я тебя укачу сейчас. Я же покатился. Стоит ли ее делать за кадром? Или она тоже Куда? Или она тоже познавательна и интересна? О, застрекотал, а что слышно? Так, господа, вот это у нас будущий люмин. Тут пока положу. Угу. Снимаем. Кидаем. Снимаем. Ставим. Так, с кислородом у нас в домике все хорошо. В предыдущей серии посмотрел. Удобрения для картошки. Ой, ах, в пролете. Не могу я их делать. Так, еще не полный. О, вперед процесс. Так, тут у нас напечатало. На самом деле не так много надо. Надо рамп добавить. Вот этих оснований. Я разберу заднюю стенку. Мне кажется, она вообще ни в чем не участвует. Кстати, не уверен, что боковые участвуют. Так. Алюминий я вроде воткнул. Или нет? Сейчас посмотрим. Нет, не воткнул. Ходу. И повернулся быстро. Господа, кто из вас алюминий? Кто-то из этих, по-моему. Алюминий. Так. На самом деле мне бы хорошо еще один этот модуль перерабатывающий. А можешь построить? Вот сразу после этой. Так, давайте. Вперед. Ресурсы. Мелкий перерабатывающий модуль. Железо. Ну, железо у нас все хорошо. Просто простую обработку. Типа разложить воду на кислород, водород. Это она же должна делать. Возможно, будет немножко лишним у нас этот модуль. Достаем. Так, все. Землю мы сделали. Что у нас по стенкам? У нас добавится... Ну, вот если вот это считается за квадрат. У нас добавится таких квадратов. Заднюю стенку я снимаю. У нас добавляется раз... Два по боковым. 3, 4, 5, 6. 6 стекол надо. Больших. 6 больших стекол и на крышу 3. Итого 9 больших стекол. На крышу сейчас. 9 стекол. Рамок. Но если длинная как вдоль это идет, тогда нам надо... Раз, два... 3, 4, 5, 6. 6 ребер. 6 ребер. И одна рампа широкая. 0,2 мелких. Да? Да. Ха, 6 ребер. Не 6 ребер. Внизу-то будут не ребра. Внизу будут 4 этих тоже рампы, а ребра у нас будут 4 вертикальных, 2 туда и 2 туда, 6 ребер.
Ребер 6, а вот и рамп. Одна, две, три. Три. Три рампы ребра. Вот как-то так. Наверняка в чем-то ошибся. Так, еще раз. Стекол. О, радиация пошла. Интересно, скафандр защищает от радиации. 3, 3. И наверх 3, 9. Но у меня одно есть. 8. 100. 8. Так. Минуту. Давайте спрячемся в машину. Ради такого случая. Что мне что-то это не нравится. Скафандр у нас не самый тяжелый. Как бы нам радиацию тут не словить. Черт, не видно до максимума или чего-то. Но мы в машине. Все закрыто. Какая радиация нафиг. Кстати, если включу цикл, то радиация уйдет. Так, а надо баллончики тоже отсюда с машинки собирать. Все, радиация ушла. Не хватило. Extend. Ну, нет же кислорода. Почему грапа? Я вообще вот винтить же должен. Нет, я его просто снять могу. Ау, чё, что я сделал? Стоять. Чё так метнул-то? А, держать Е, импти ресурс. А я левой мышкой нажал. Так. Баллон ты полежи. Да. А мы обеспечим пока освещение. Вот так. Бегают с фонариком. Так, есть хочет, но пока не критично. Так. И бегали они, бегали. Так, это мой будущий любимый лежит. Тамбур еще молотит. Не убегай только. Тут. Мы, видимо, еще что-то заполнили. Опять диоксид. Диоксид. И название я им, конечно, от фонаря. Полностью от фонаря. Ремов. Падай. Шмяк. Так, пустой баллон. Баллончиков пока хватает. Но, видимо, придется еще делать. Так. Сейчас оно грязь всю высосет моментом. Так, давай. Выжимай остатки. Значит, я отхожу. Так, там 0, тут 4. Где 0? Вот тут 0, который серым стал. Вынимаем. Кладем. А я говорю, кладем.
Вынимаем. Давай, 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 давай. Раз. Тут хорошо встал. Раз. Жалко, что он выключается. Так, менял баллон, не менял. А так надо опять запускать. Так, пошел. Надеюсь, не из верхней будет брать, а из нижней. Да хрен с ней, с этой грязью. Да? Так, нажать Е. Вытравили. Падай. Берем. Раз. Прищелкнули. Как их насобачился в песок-то втыкать. Ну не в песок. Так, ладно. Шуршит, а мы вернемся к нашим принтерам. Так. Это кто? А, я что-то задал, да? Так, я задал. Ему нужно железо. Ну, давайте, наверное. Нам же все равно будут нужны эти перерабатывалки в больших количествах. Так. Вылезай. Шмяк. Пустое. Так, сюда еще. По-моему, еще пустой был. Да. Раз. Совсем без фонаря не выходит. Сюда. Теперь железо. Ай, все заклонил. Так, железо это из последних что-то было у меня, по-моему. Так. Железо. Ну ничего. Вот будет у меня большой принтер. Я вам всем устрою. У меня та производство тут разовьется. Ух как. Щелк. Так, ну что. Да? Да. Баллоны, буры, копалки. Все хорошо, поехали. 45 секунд. Дальше мы перейдем на принтеры. И нам нужно 8 стекол больших. Раз. 8 на 5 это 40. Оксид силикона. Как раз то, что у нас там дофига. Так. То, что как раз мы сейчас получаем из марсианской почвы. Вот оно и есть. Так, выходи. Вот у меня проводов больше нет. И это печально. Для проводов нужен пластик. Что я могу отключать? Я на самом деле ничего не хочу отключать. Но, видимо, придется. Так. Пылесос. Пылесос жалко. Он купает. Я за счет него только и процветаю. Так, наполовину. Да полная. Ну, видимо, пылесос я отключу. О! Выдернулось.
Допрыгались. Так, ладно. Наверное, буровой отключу тогда. Если что. Так, поехали. 8 штук. Первый пошел. Так, опять он спать хочет. Но он четко так на серию у меня. Серия спать, серия спать. А я говорю, хватай. Свет гаси. Мы тут так справимся. Без света. Надеюсь, их можно складывать одна на одну, потому что... Тут уже сейчас всю округу закидаю этими хренями. Так, а чё это у меня пульс-то участился? Настолько спать хочется. Напечатали, напечатали. А ну иди сюда. Да, нормально. Всё хорошо. Когда что-то цивилизация будет, а главное, когда я начну пополнять запасы. Так, я могу посмотреть? Могу. Low resources. Пластик. А пластик у меня, по-моему, она не умеет делать. Так, собственно, стоп, а предыдущие? Прям пор фигачит. О, как? Застревает. Иди сюда. Да иди сюда. Три. Так, я надеюсь, пока сон до красного не дойдет. Все можно. Не прыгайте. 4. Пять, шесть. И еще на 2 надо будет оксида заставить. Есть пустые баллоны. Есть пустые баллоны. Так. Ну там заполняется. Давайте сходим, посмотрим. Если эта штука сейчас наполнила баллон, мы ее отключим. Нет, еще фигачит. Не быстро, кстати, она это все делает. Но я не знаю. Пылесборник, что ли, отключить пока? Я чувствую, мне сейчас алюминий понадобится в безумных количествах. Давайте пылесборник отключим. Так, и пойдем включим еще одну фабрику. И она сейчас будет разделять алюминий на алюминий и что-то еще. Так, где там провод включается? Не докрутил я ее немножко. Раз. Так.
Так, список реакций. Марсианские скалы. Как? То есть она нам сейчас тоже силиконов топит по максимуму. Нет. А, нет, ну мы алюминиевый оксид еще не получали. Так. Тут чего у нас? А, это не аэро. Это аэроноксид у нас здесь. Не все так просто. Ладно. Пойдем на ту. То надо будешь оксиды разделять. Так, три штуки это выход. Три штуки выход. Так, грязь не сюда. Процесс. А тут у нас будет сейчас из оксидов делать, видимо, кислород и металл. Начнем с алюминия. Так, это у меня сюда ящик, еще один, видимо. Так. Разделить алюминиевый оксид. А, и какой алюминиевый оксид? Марсианские скалы. Угу. Надо было на тот, который у нас служит основной разбирающим. Ну ладно. Тоже, в принципе. Надо бачок сюда поставить какой-нибудь. И туда складывать. Марсианские скалы один. Берем отсель. Кладем. Сюда. Пошел. Так, ну все, вроде процесс идет. Тут, видимо, опять битком все. Так. Пять, да? Пять. Так, и силиконового оксида у нас не хватает. Ладно. Далеко бегать, панели уже приходится. Силиконовый оксид. Вот это? Фонарик погасни, нет, это железный оксид. Это там то ли железо, то ли оксид железа. Железо, по-моему, само. Силиконовый оксид. Ой, ты.
Может, из маленьких деталей сделать, а? Нет, ну из маленьких не хочется. Хочется из больших. Просто на мелком принтере напечатать еще детали и сделать. Ну, влезай ты. Да, вот так, оп. Пять, это шесть, да? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, да. Семь. И следующая, восьмая, последняя. Так. Тут. Я так понимаю, что-то переполнилось. Железный оксид. И вода полная. А, все полное. Так. Шикарно. Тут. Железный оксид алюминий. Ну, как-то мало, да. Вынимаем. Давайте пока сюда воткну, чтобы не терялось. Так. Так. И последнее. Эрс. С этим все. Шесть ребер. А, нет, я уже так делал. Аксесс Ветш, это на морде у него. Принтер Эдж. Смол. Нет, нет, нет. Лардж. То есть это только верхние у нас ребра. Так, а давайте посмотрим. 25 алюминия, 30 железа, 15 оксида. 12 алюминия. Можно на мелком принтере делать. Ничего не изменится. Так, а ребра-то нам, собственно, получается и не нужны. По большому счету. Мы сейчас это возьмем ребра, мы же заднюю стенку убираем. Так, это все надо обдумать. Это все надо обдумать. Так, хорошо. О, голодная ложка. Кушай, кушай. Ок. Тогда персонаж отправляется спать. Я это все за кадром обдумаю, конструкцию, сколько нам чего надо. И, видимо, будем его добивать на мелком принтере, потому что... Ну... Так недолго ошибиться. А на этом пока все. Всего хорошего. До новых встреч.